В Израиле на лечении от рака находится наш маленький соотечественник Алихан Утеев. Он лечится по квоте Минздрава Казахстана, но из-за осложнений стоимость операции выросла. И теперь, чтобы спасти ребенку жизнь, необходимо еще 250 тысяч долларов. Стоя за игрушечным штурвалом с каким-то не по годам взрослым взглядом, Алихан всматривается вдаль. Он мечтает не о большом плавании, а просто о жизни вне больничных стен. Уже 2 года, как мальчику поставили страшный диагноз – острый миелоидный лейкоз. После первого курса химиотерапии все было в порядке, но болезнь вернулась, и мы приняли решение, что требуется срочная пересадка костного мозга. Осложняется все тем, что Алихану мы не можем найти донора. У него редкий генотип. Поэтому донора найти оказалось очень сложно. Искали как в казахстанской базе, так и во всемирной, но пока все тщетно. В Израиль семья Утеевых приехала по квоте. Министерство здравоохранения Казахстана на лечение Алихана выделило 270 тысяч долларов. Но из-за осложнений сумма выросла почти в 2 раза. И теперь на операцию не хватает еще 250 тысяч. Родители в отчаянии. Все имущество уже давно продали. И теперь вся надежда только на помощь неравнодушных соотечественников. Казахстан, вот Министерство здравоохранения, да, и как бы лаборатория, одна из лабораторий города Астаны, как бы откликнулись на нашу просьбу, вот, и, значит, ну, люди на Казахстан откликнулись, большое количество людей неравнодушных откликнулись, стали сдавать кровь, и мы хотели бы, конечно, попросить, если есть такая возможность, да, как-то ускорить этот процесс. Несмотря на тяжелый диагноз и недавно пройденный курс химиотерапии, Алихан радуется каждой минуте, мечтает стать доктором, чтобы помогать таким же, как он, бороться за жизнь. И без вашей помощи мечта 5-летнего Алихана навсегда покинуть больничные стены может не сбыться. Динара Бектурова, Сергей Услендер, Израиль. Ну а все данные о том, куда необходимо переводить деньги, чтобы помочь Алихану, вы можете найти на нашем сайте www.24.kz.